Очень часто ходим, очень часто. Все покупаем, капуста надо, картошка надо, морковка, лук. Приобрели и кустарники, и яблони, и груши. Вот сейчас поедем, все посадим себе на дачу. Больше всего берут картофель, берут свеклу хорошо, берут капусточку тоже для закваски, для провансали. Яблочко неплохо идет. Нравится, много всего, выбор огромный, замечательно. На зиму закупились, да, картошку, морковку на зиму, всего, клюквы вот взяли тоже. Яблоки я покупаю. Нашла яблоки, которые я очень сильно люблю, я их купила. Хороший осенний ассортимент. Из эксклюзивного цукаты из тыквы мускатной в меду с вялеными мандаринами. Крем-мед, это взбитый мед. Сохраняет все свойства меда, но вкус меняется на сливочно-молочный. Перцы острые в медовой заливке без варки. Это для любителей острого. Мы ходим на ярмарку каждые выходные, чтобы помочь пенсионерам, пожилым людям донести их продукцию до их дома. Для нас это в радость, нам не тяжело, но мы всегда рады помочь людям.